Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Англию Sid Meier's Civilization 6. ФФА на восьмерых, монополии и корпорации. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку, и вам всем приятного продолжения просмотра. Так, я решил, что надо Лян вначале в Манчестер и на аквакультуру ее прокачаю. Другое дело, мне непонятно пока, какое мне... Что ты какую-то странную ему сделку предлагаешь? Мне непонятно пока, где правительственную площадь ставить. Так, это мы в Манчестер. Написать через 19 ходов, но я думаю, так, что я теперь все правильно. Побыстрее я все-таки окончательно. Этим да не, пока не. Миссионером. Потом. Потом сюда прыгнуть, что тут должна падать. Быть дорога должна быть, по идее. Нет, так, не этого нет. Сюда отправляю. Блин, ты все это время думал, что твои эти предметы слева находятся? Чего? Просто предлагал Атиню, чтобы он тебе два города вернул, чтобы он тебе еще и мрамор подогнал. Да, расслабься, мужик. Ты это серьезно или перепутал просто? Нет, я перепутал, я что-то думал, что там типа их оставить. Я думал, что у меня типа верните мне, это мое требование. Так, следуем тут побережье. Будем смотреть так поселенца. Наверное, пока хватит. Давайте, наверное, маяк. Давайте купим караван. Пожалуй, из Ливерпуля. Даже из Манчестера бегает, да? Да. Так, там я рабочего доделал. Кстати, камень есть. Мне вообще военный лагерь надо бы, потому что у меня способность на военного инженера, он дополнительные два заряда имеет. То есть можно будет, если у меня будет уголь, ну, просто я дополнительно железо, уголь и железо, я плюс два получаю с каждого. То есть у меня, по идее, должно быть много железа. Если будет еще много угля, то и железные дороги можно попрокладывать, в принципе. Кто-то метки ставит, нет? Да, нет. Я закончил. Военная подготовка, феодализм. Давайте, наверное, пока все-таки феодализм. Давайте, что я тут взял? Тут я хотел что-то поменять вот с поселенцев. Поставить... А, я хотел на 100% строительство оборонительных зданий вот так сделать. И сначала здесь все-таки стену. Ну, для ускорения. Стены тут. Строительство. Ну, это для ускорения акведука. Так, тут можно производство. Купим клетки, ведь я не убираю эту карточку на покупку клеток. Ускорили инженерное дело. О, как раз сейчас. А, слушайте, само добавилось, как я и предполагал. Отлично, давайте. В инженерное дело. Потом в обработку железа. Гранату выполнил, колесо. Кстати, надо бы посматривать на задание. Унса торговый путь, Самарканд торговый путь, Занзибар. Уничтожить аванпост варваров, Ватикан. Блин. Ватикан создать копейщиков. Интересное задание.
аккуратно подходим. Ну, блин, видите, мне тут надо сначала будет лучника подвести, чтобы защищать. Так, ну отправлю сюда город ставить. По идее, тут не должны мне помешать. А что, ход закончен? Подождите. Там, кстати, Кумаси пытается тоже с варварами что-то сделать. Так что я думаю, этот лагерь будет не особо большой помехой. Хочется верить. Не, нормально. Тут я бы еще все-таки где-то здесь поставил еще город, видимо. Я только думаю. Хотя 52, еще 8 ходов, подумал, может подождать следующую эпоху и за веру купить. Да, кстати, у нас замена вместо араб. Короче, за арабы теперь Дед Бородет играет. Так, я бы, наверное, как-то вот сюда поставил лучника, чтобы эту территорию контролировать. Феодализм, инженерное дело. Так, есть железо. Давайте, наверное, шахты тогда этим здесь построю. Здесь... Хотя здесь я уже, может, на район оставить. Блин, где дипломатический квартал ставить? Вот в чем вопрос. Может, здесь еще город тогда, и тогда дипломатический квартал где-нибудь тут? Ну, кстати. Кстати, я, наверное, все-таки возьму тогда не покупку за веру, а на соседство вот этих гаваней и коммерческих районов. Или, блин, взять все-таки на покупку за веру и кучу пойду здесь все-таки фермы поставлю, я решил. Так, храм, гурдвару куплю просто. Священное место, кампус. А, тут у нас, во, где у нас кампус. Блин, я не знаю, что тут риф у нас оказывается. Кайф. Давайте строителя пока построю. Ну, надо кампус строить. Тут у меня просто будет... мне надо морскую инфраструктуру открыть. Поставить карточку на соседство гаваней. И здесь у меня будет куча науки. Нет, я все-таки надо, наверное, на веру брать. Это к тому, что... Какое... Золотого века. Так. А где я тут хочу город, интересно? О. Можно высаживаться совершенно спокойно. Блин, а может лучше тут надо было? Тоже на реке.
Но при этом чуть подальше от этого города, побольше территории. Дается, и тут что-то пониже смог бы занять. Такой интересный молчаливый онлайн. Слушайте, это чит, конечно, за Великобританию, что дают корабли в этих верфях. Кажется, это слишком круто. Просто строишь район, и тебе юнит дополнительно. Давай строить. Ни с того, ни с сего. Когда можно отменить? Нажми на кнопку завершения хода еще раз. А, ух ты, блин, вот это ты мне Америку открыл. Спасибо, дружище. Будь здорова. Недавно играешь? Не, я играю. Сузеринить давно, ли Кумаси? Это моя первая. Знаете, я бы, честно говоря, лучше Ватикан засюзеринил. До сотого хода. То есть поставил бы карточку на первого посла. Последние полгода я себя пересилил и начал заигрывать партии. Ну, видимо, и давайте вот исторические хроники просто откроем. Я божество уже уделал, решил, что мне пора. Купил официалку, подписался на товарища Алексея и попал в ваш чат. А он оказался бесплатным вообще. Решил уничтожать, короче. Ну, я играл в целом только с ботами, я считаю, ты не играл. Ну, я согласен. У меня просто нету окружения, которое бы поиграло, да. Я вроде из столицы живу. Так, еще один флотоводец формирует флот из военно-морского юнита. Странно, у нас в игре вроде Финикия есть, а такое ощущение, что я один тут флотоводцев получаю. Лучника создал. Ну да, так и есть. Да. Так, хочу лян повысить на аквакультуру. А ты знал, что мощность обстрела зависит от того, какой у тебя самый мощный стреляющий юнит? Ну, в плане, ты там стрелял по катапульте и почти вообще ничего не сносил. Если бы пораньше лучника бы сделал. Может быть, уже и в космос улетел бы. Я сомневаюсь, в таком успехе. Но я просто занимался обороной от коня. Так, ждем открытия мечника. Хотя я не буду уже об этом, видите, араб разобрался. Защищаться от них. Надо. Так, монумент. Постоба. Давайте священное место сначала. Теперь я могу караван купить, но я, наверное, куплю вот в этом городе. Блин, давайте, наверное, сюда поставлю. О, там еще и руинки. О, кайф. Не так прям хорошо. Ой, сейчас я еще морскую инфраструктуру прокачаю, отлично. Я тут прям везука-базука какая-то. Самого сильного юнита ближнего боя. Ускорен посвящение, морская. Так, подождите, я просвещение не просто так открывал, я открывал для первого посла. И вот это надо убрать уже. Так, кампус мне не работает. Строители, чудеса, производство. Содержание юнитов. Ну, 9. Ну, давайте, наверное, содержание юнитов. Так, значит, в Ватикан отправляем. Потому что Ватикан дает... Ну, во-первых, я не надо уже... Это мне больше веры дает. Кого не видишь? Карфа. Я дедун. А, Скарфа. Ну, подержу пока этого флотоводца. То есть я могу армаду всегда сделать. Так, этот идет вырубать этот лес под кампус. Поселенцу на 50% быстрее строится, да. Амбар.
Наверное, амбар. Или, слушайте, или может колосс здесь построить. Ну, как я вижу, то есть сам... Мавзолей в Геликарнасе я бы построил в Манчестере, но мне кажется, он будет долго в Манчестере строиться. Но вместе с аквакультурой Лиана это, конечно, будет круто. Так, слушайте. Ну, у тебя куда лучше места, чем у Атине. Вроде бы по науке. Соседство с гаванью, принадлежащему этому городу. Ну, я бы поставил, давайте вот как-то вот так. А так, отстал слегка. Где у нас мавзолей? Забьем себе тут мавзолейчик. Благами только достроить, конечно же. Хочу... ферму поднастроить. Тут еще третью хочу сделать, чтобы треугольничек был. Ну, чтобы Манчестер рос просто, как на дрожжах. Так, ставлю город здесь. Может, купить сразу монумент... 120 и торгует 130. Да, хватит. Я думаю, тут мы все разобрали, хотя он какой-то... Лагерь варваров есть, туда пойдем. А, блин, еще у нас тут руинки надо собрать. Так, это, наверное, просто у себя держим пока. Есть проплыв, кстати, к Индонезии, что вообще-то опасненько. Так, я могу промышленное производство мехов организовать, причем-то явно только там можно делать. Шоколад еще может. Проходка железа, Лиан в Манчестере. Так, пойдем Унсу обратим. Прикольно, кстати, что она не дает свои моды сюда прикрутить, если хост не включен. Логично. Я ж не запустил первый раз одиночку с лицухой и с модами на интерфейс. Так, глазу было приятно. Строитель. Ну надо что-то построить. Давайте, наверное, все-таки амбар. Ну, конечно, там все подключать можно. Интерфейс города. Так, в Лондоне маяк готов. Золото, давайте святилище. И, ну, к гурдваре пойдем. Ну, интерфейс класс. Да, мне понравился. А вот этот. Так, кого это я встретил? Окленд встретил. О. Катиньо, ты же не против, если я тут... Ну, Окленд, конечно. Так, ну, в Окленд отправляем сразу. Да, нет. Я могу засюзеренить его. И получаем производство от морских клеток. Ну, сейчас он, конечно, не так круто работает, как чуть позже начнет. Блин, здесь столько рифов. Круинку собираем. Ускорили математику. Так себе, конечно. Я ее так мог ускорить тремя районами. Так, из Бирмингема... в Лондон. Наверное, встанем в Бирмингем.
Первый кампус пошел. А будет союз с арабом, видимо, делать. Потом морскую традицию открывать. У Индонезии есть религия? Есть. Окей, это я переживал. Индуизм. Как ни странно. Буддизм в 8 городах уже. Интересно. Ну да, священки на плюс 2, а почему? Нет, это иудаизм. Ну да, 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 да. Иудаизм это у Лёши? Он еще и понтон на пусть лабрал. Пришлось, я ж отставал. Блин, тут вот еще такая территория чисто под меня, типа, оставлена. Можно заселять. Но я хочу где-нибудь тут поставить еще город. Видимо, все-таки надо будет так-так. Тут надо против араба. Вообще, кстати, парни, я вам так кайфую от этого игры. Когда все идут плюс-минус одинаково. И то, что... Очередная каравелла. Ну, вначале обычно всегда так. Проебал арбалет, ну то надо что. Я имею в виду не так, как компом, когда он улетает в космос, и ты сидишь и строишь дуболому. Блин. С его-то бонусами. Я понимаю, что я мог тут фабрику поставить, но я хочу сейчас воспользоваться все-таки возможностью Геликарнас попытаться угнать. Сколько он, кстати, строится в этой... Ну, вообще, как угнать? 26 ходов. Это, конечно, долго. Ну, что-нибудь попробуем сделать. Так, пойдем, наверное, овец обработаем. Опять же, мог тут купить, может купить. На что мне деньги тут? И через три хода уже я смогу покупать рабочего за веру. Поэтому я думаю, что я тут, наверное, не буду строить. Может, мне Мачу-Пикчу сразу поставить? Вообще как, хорошо или плохо? У меня потом будет больше. Мачу-Пикчу крутое чудо. Давайте я попробую здесь Мачу-Пикчу. Так, сделать 25 сегодня буду ушло. Покупать рабочих, вырубать, не советую, клетки. А тут два заряда, может сразу сюда идти, тоже повырубаю. Кстати. То есть, будет куда труднее снова в золотой век выйти в следующей эпохе, поэтому лучше не перебарщивать. Я просто взял верование на обращение в религию и обернул только один свой город, а тут накапало своими отсюда. Стою тут, дождусь, когда возможность по океану появится плавать. А тут встану, чтобы не появлялись эти варварские галеры, например, ко мне не плыли. Так, тут мы ход пропускаем, потому что я хочу Галикарнас поставить. Так, первого посла можно убрать, я думаю. Куда-нибудь хочу еще отправить. А, у меня нету. Так, все, первого посла убираем. Знаете, плюс 100 к кампусу. Мне не надо уже выкуп клеток, я тут не вижу, чтобы мне тут что-то... На аквакультуру пока не буду выкупать. Может, стоило, кстати, Рейну лучше взять, а не Лян на аквакультуру прокачивать.
Неужели еще один флот наводится? Да. Тоже можно отложить, когда каравеллы откроем. Галикарнас 21. Так, ну надо будет тут шахту сделать еще, очевидно. Маяк можно будет, кстати, купить. Слушайте, ну я прям половину своей карты уже исследовал практически полностью. У меня получается сосед араб и монгол. Причем у арабы 61 сила. Кстати. Дед, когда союзы? В принципе, 8 ходов. Далеко. А. Да, даже больше. Наверное, вот тут встану. Математика открыта. Давайте машиностроение. Да, предложение. Что-то вообще невыгодно. Я тебе... Меха на шубы, чтоб ты не мерз, а ты мне апельсины. Чтоб тебе не было грустно. Так, стоим лучником. Где тут вообще хочу еще поставить? Давайте подумаем. Нет, может тебе оно не надо, а? Че не так-то? Зачем тебе этот один город, а? Ну, зачем тебе этот один город, объясни? Голландия, Стэдам, ты так хочешь играть дальше? Наверное, хочу сюда поставить. О, где твой арбалетчик? И как-то да посередине он, тогда... Я там смотрел. Три. Наверное, сюда давайте. Как-то а так расставим города. И тогда здесь где-то можно будет организовать правительственную площадь и ромашку. Там центр коммерции, что-нибудь такое. Женеву встретили. Так, там какой-то залив. В принципе, сюда пойдем. Ну, я тут для себя каких-то вообще проблем не вижу на данном этапе игры. Все очень даже комфортно. Дальше в Золотой век выйдем. Так, здесь шахты сюда делаем. Это морской вид ближнего боя, но подождем выхода в каравеллы. Как я и сказал, будем просто тут стоять. Кстати, может мне и пойти в каравеллы? Чудо света... блин, мне колосс нужен. Я вспомнил, что я колосс вообще-то в Лидсе хотел строить. Вот что я хотел. Кампус. Пускай стоит на плюс 6. Давайте колосс. Ну, не здесь. Он рядом должен быть просто с гаванью, да?
Давайте, наверное, сюда тогда. О, а чё ты такой щедрый? Я говорю, верну 50. Что ты говоришь? Верну 50. Вернёшь 50? Да. А через сколько ходов? В next эпохе. Я ранее услышал, ну ладно, я тебе поверю. Если... Блин, ну как накапает, так и верну, может, что-то начинает. Попадана. А ты в союзах уже или нет? Или ты не хочешь со мной союзить? Мне нужно выйти в союзы. Или лучше акведук все-таки здесь. Давайте, наверное, акведук тут построим. Компьютер, да? Что мы открыли соседство для гавани. Наверное, стоит поставить. Ему не выгодно, у меня армия больше. Или не стоит, у меня нету верфей. Я не буду брать на науку, да, соседство. Наверное, пока не буду ставить. Содержание юнитов. Мне вообще по кайфу, честно говоря, развлечения. Не, наверное, пока ничего не буду тут ставить. Давайте дальше пойдем, ну, да, кампус такой, в теократию, так, блин, через феодализм рядом надо. Сдвигается нормально. А давайте военную подготовку тогда откроем. С кайфом. Так, раз, два, три, четыре. И еще две фермы буквально. Надо, хочу просто уже выйти в золотой век, чтобы за веру покупать рабочих. Кстати, надо будет, наверное... А там карточка не на количество, да? Карточка на количество как раз, да, в феодализме. Да, бля, я опять забыл про... Да, там, кстати, буддизм сильнее влияет. А какая это у нас карта? Фактал? Пангея. Ну, короче, можно уже обратно плыть. Все понятно. Машиностроение. Так, акведук я буду строить. И водяная мельница еще можно. Это ускорение, водяная мельница. Акведук нам сюда. Так, я где-нибудь могу водяную мельницу? Давайте, может, в Лондоне сначала, блин, два хода. А покупка 160. Купим следующим ходом. Это апостолов, я думаю. Хотя... Что тут взяли? Золото, ват, науку... Ну, гамма, мне кажется, нету смысла спешить с укреплением религии. Кстати, мне был Ливерпуль. Блин, я думал, он сам обратится, честно говоря. Блин, надо Ливерпуль, потому что через два хода построится священное место, которое будет 10 производства давать. Я бы даже в очередь сразу кампус тут поставил. Давайте, наверное, куплю миссионера. Надо обратить и Ливерпуль, и Портсмут. Маловато городов в моей вере. Да, что-то много места на самом деле дали в этот раз. Причем так еще качественно для Британии, прям по побережью, несколько неплохих городов можно поставить. Но зато нету на другом континенте,
Как бы я вообще не могу на другом континенте ничего поставить. Так, я все-таки беру монументальность. Думал вольнодумство, думал, но монументальность явно тут лучше. Именно за веру покупать рабочих и все тут улучшать вокруг. Прям начнем с Портсмута, чтобы вырубить лес. И в Манчестере фермы поставить еще. Так, тут... в Лидс побольше будет. Ну, давайте в Лидс продолжим. Но все-таки еда и производство в Манчестере нужны. Давайте покупаем строителя. Вырублю тут, наверное, лес, поставлю шахту еще одну. Так, военную подготовку. 30%. Ну, блин, там уже гавань два хода. Я думаю, нету смысла менять, честно говоря. Содержание юнитов. Военных давай, лагерей, побережья. Хотя, может, для военных так. Лагерей где-нибудь военный лагерь стрелять. Поставить. Ну, чтобы два юнита на одной клетке не находились. Это вроде не запрещено. Сейчас вот эту последнюю клетку открою. Запрещать. Блин, не вижу. Все равно. Два посла. Ну, нету смысла в Женеву отправлять. Не знаю, можно в Наску, чтобы больше. Допустим, вчера я играл. Веры шло. Или оставить, чтобы Окленд у меня не перекупали. Давайте на Окленд оставим. Что-то хорошее для меня. ГГшка. Так. Сейчас надо все-таки покопить уже веру на покупку поселенца. 160. Ребята, нормальный город. Клетка 3-1-3 на трюфелях. Че тебе не нравится? Не, ну все. Я ж так спросил просто. Че ты быкуешь сразу? Да че быкую? 3-3. Я бы, наверное, все-таки тут ставил промышленную зону. Тут еще, возможно, просто театралка, место для театралки оставить. Проложить торговый путь. Художника, дипломатический квартал. Блин, да, реально дипломатический квартал. Что-то я с дипломатическим кварталом немножко... Монгол, оказывается, право прохода предлагал. Ну что? Ну, какой у нас больше всего? Буддизм? Предлагаю буддизм осуждать. Лёша, ты... А чего меня сразу? Иудаизм, да? Ну, 9 городов в буддизме. Это не я был. Это на само. Чё по районам? Я бы в центре коммерции. Да. Не, мне центр коммерции. Давайте какую-нибудь, чтобы всем там либо промышленную зону, либо кампус. Кампус. Центр коммерции хорошо подойдет. Ну, морским цивилизациям нехорошо. Мне, например, центр коммерции нафиг надо. Извини, у меня гавани нет. У меня так я не предлагаю за гавани голосовать, я предлагаю за район, который всем подойдет. За центр коммерции? Ну, как раз, да. Я проголосовал за кампус. Я тоже. Я вообще не успел. Вашими разглагольствованиями. Центр коммерции, 100%. Ясно. Ну, спасибо. Ну, ладно.
Еще один флотоводец. У меня три флотоводца. Причем я их не буду использовать, они у меня будут скаутами явно идти. Так. А, блин, я хотел купить водяную мельницу, открыл все так, ладно. Давайте после акведука пойдем в картографию. Вообще я колосс строю для чуда античности. Или он не античное чудо? Античное, отлично. Я думал на ускорение. Пять ходов. Я думаю, что вот здесь можно вырубить тропический лес. Тут не надо, потому что он влияет на кампус. Блин, хотел рабочего купить, ладно. Может, лучше феодалин. Я хочу добить. Поселенцев все-таки сначала купить, поэтому... И рабочих нас поймут. Откладываю. А, нет, тут все-таки в Индонезии нету проплавы, это... У монгола тут есть... Опять висит все. Ну так, Лёша, ты еврей? Конечно. Типичный. Одни крестьяне из Минской области, другие из Рязанской и Орловской. Типичный еврей. Я даже у прадедов такие вот еврейские, Кузьма Потапыч, Алексей Никифорович. Еврейские имена, фамилии. Раньше была фамилия Халицкман. Не, блин, как-то не прикольно. Халексон. Что-то не придумывается. В общем, раньше была еврейская фамилия, поменял на Халецкий. Халецкий. Маскируешься, да? Да. А зачем скрываться? Блин, так где тут еще ходят? А, все, открыл территорию. Прячемся. Вообще вопрос был, иудаизм — это твоя религия? Ну, ты в курсе, что принятие иудаизма делает тебя автоматически евреем? То есть нельзя быть иудеем, но не быть евреем при этом? То есть, вот я русский иудей, это такой оксюморон. Не, все возможно, конечно, в нашем мире. Но так уж получилось, что большинство иудеев — евреи. Какие места у Голландии? Тундре. Пойду, наверное, полечу здесь. Потом, когда откроем... Возможность плавания. Так, три хода. Да вообще. Так, можно уже покупать. Наверное, сначала сюда поставим город. Тогда, значит, в Манчестере куплю. Так, следующий посел сколько? 180. Очередную дали мне галеру. Я, конечно, галер теперь. Кавалерии. О, может, мне строительство чудес поставить, кстати.
античности и средневековья. Да, плюс 15% нормально будет. Готическая архитектура. Короче, будет мавзолей в готике закончен. Куда ты посох подъем? Тоже а будет миссионер на будущее стоять, наверх, чтобы иди, поплыть, город, исследовать. Он пошел спасать свою империю. Может, ты купить лучше просто... Осман, серьезно, что ты делаешь? Что он делает? Осман выходит мне на чат. Ну, опять висело все. Маяк 240. Я все-таки там? Дороговато. Давайте построим. Тем более, что город будет расти кто пока. Спрашивает? Я спрашиваю. Блин. Получается, феодализм придется так открывать. Ладно. Нечего больше открывать. Я думал его ускорить все-таки шестью фермами. Это тебе, пожалуйста. Как ответить? Ну, что ты не напомнил? Я тебе уже отдал. У Османа вообще есть какие-то соседи, чтобы я на чар выходить? Ты чё, мы у нас тут араб, я, монгол и Индонезия, а он, там правда, еще Финикия, найти, кроме Турция, города. Голландия и Персия. Где-то вот тут. Ну я сейчас с каравеллы выйду, я надеюсь. У меня ощущение, что я просто в корпуса выйду. И спокойно так. Отдыхаюсь. Где у нас селитра? Они из латников лапаются. Потому что там же вроде среди начальства, что... У меня есть, короче. Погибает. А прапать нельзя? Прапать можно. Тогда никто не умрет? Да. Хорошо, ну, продумано. Так, давайте, наверное, это производство поставим. Вяжку, и там делать инвентарь. Гражданских юнитов. Жестокий геноцид. Ну, вообще они очень даже дешево апаются. Из латников, мушкетер, ну, янчар. Феодализм открыли. Надо... Ну, я бы, может, поставил два действия. Но не сейчас. Тем более, что я буду сейчас за веру следующую... Поселенца покупать. Блин, а пряности что дают? Да. Вообще, на самом деле, я бы не сказал, что далеко. А, ну, 20% культуры, конечно, это пишется. Тут Финикия наука. Ближе, если чего. Тогда я бы лучше здесь поставил, ну, чтобы будет театралка еще тут. Но при этом она за горами, за лесами. В смысле, за горами, за лесами? Угораешь или да? Ну смотри, какая цепочка горная под турком. Так мужик, он все равно вот так выходит. И идет просто сносит. Финики это менее развитые, чем я. Не, не буду пока никуда посылать. Я бы на твое место напряг. Ой, напрягаюсь. Промышленная зона есть? У меня, кстати, 20% еще к созданию зданий, постройку в промышленной зоне. Монголия? Да. А, у меня еще и здание в гавани, количество стратегических ресурсов увеличивает. Так мне военный лагерь только один достаточно тогда, ну, для военных инженеров. Да. Так, давайте пока средневековые ярмарки. Прикольно у меня. Я не могу. Ну, кстати, вот тут бы маяк мне купить. Давай. Давайте я тут куплю маяк. Сам предложил. А кто предлагал? Дружи. В том союзе. Давайте по городам пройдем. Плюс 3 довольства в Лондоне все еще. Не, Лондон вообще хорош. Блин, да и лиц хорош, говорит, слушайте. Да. Так, Ливерпуль чисто производство пока. Манчестер тоже хай растет.
На один ход. Я не думаю, что Галикарнас куда-то там стремится. Или по рассказам там Финикия так себе. Нормально. Сразу три чуда сейчас бахну. С армией. Ну, армия у меня большая именно за счет того, что я просто ставлю верфь и получаю галеру. И поэтому моим соперникам кажется, что у меня большая армия, и типа нету смысла думать на меня нападать. Ферму поставлю. Подожди, почему? Раз, два, три. И ставит третье. А пишет, что я на четыре хода хожу. Это как так? Может, из-за зоны контроля? Ладно, тогда уберу пока. Эй, Евлада, я кудль. Ну, тут бы кому-нибудь горы, конечно, поставить. Тут уже такие клетки. Ну, хотя тут все в вулканах вообще. Фиг знает, с другой стороны. Так, 180, если мне не изменяет память, мне надо. Это я в Ливерпуле куплю, да, следующим ходом. Так, чудо античности. Давайте отложим пока контрфорс. Откроем стремя, чтобы еда от пастбищ шла. Портсмут через три хода обращения. Тогда пошли в Бирмингем. Там через семь, но лучше быстрее. Тут, правда, нет у меня пока ни одной священного места, кстати. По поводу священных мест. Три, три, есть четыре. Есть кампус на плюс 3, да. Наверное, после Мачу-Пикчу сюда священное место бахаем. А сюда кампус будет. Восемьдесят три науки, я уверен, это у... Монгола... А, нет, слушайте, своя. Это не от коммерческих центров. Ну, кампус 6, 8, sweet. Так что она не уйдет. Отец, а что он... А он, наверное, не в Золотом веке. Нет, в Золотом веке. А что ж он взял тогда? Неужели монументальность тоже? Ну, монголы всего 15 веры в ход. Для монументальности маловато, мне кажется. Ну, конечно, можно... Может, он за деньги покупает рабочих и так развивается. А вот тут вот все вот это место можно заселять, как мне кажется. Я бы, наверное... Наверное, стоит покопить веру на поселенцев.
Еще один флотоводец, господи. Просто раз, два, три. Четыре флотоводца. Так, теперь пошли, в общем-то, в картографию. Так, построил колосс, построил мавзолей. Из Портсмута отправлю. Привет. В Ливерпуле покупаю посела. Да, отправляю. Завершён колосс. Давайте, наверное, вообще промышленное, ладно. Плюс один, плюс один, плюс один. Кампус у нас... Ой, акведук здесь. А, вот здесь, блин. Надо, видимо, сюда все-таки ставить. Уберем соседство. Слушай, так, а тут не риф. Чего я решил, что тут риф? Это просто плюс 3, потому что раз, два, но это я плюс 3 уберу с кампуса, если я сюда поставлю. Ладно, давайте в Лидсе пока куплю строителя. Блин, тут и торговца бы купить. Ладно, пускай строится библиотека. Плюс строителя за веру. А торговца куплю здесь потом следующим ходом. Ну. Тут так веду, тут промышленная зона. Но тут, блин, и так. Не знаю, не хочу там промышленную зону ставить. Давайте тут просто строителя буду строить, пошалян. Это далеко. Контрфорс. Чисто дамба. Мне, кстати, дамбу негде вообще ставить. Так, средневековые ярмарки открыли. Анкарват, кстати, крутое. Только соседство с акведуком. Что надо в теократию? Я два рынка фиг знает, куда построю, честно говоря. Но буду здесь все-таки строить. Еще раз смотрим, промышленная зона сюда. Сейчас так веду к сюда. А там театралка будет. К сожалению, уходит соседство. Хотя тут соседство от района зато появляется. То есть это что так 0,5, что так 0,5. В итоге-то. Или оставить там. Давайте оставлю тут лучника. Вообще куплю. Или... Только эти вот дамбу можно будет построить где-то.
Я пока поберегу деньги. Теперь, наверное, Рейну можно в лиц. Дед, предложение. Вот так, значит, да? То есть союз и город столица поставил. Это мне? Да, это тебе. Ну, так он как бы и в моей столице тоже. Можно было договориться так. Я, честно говоря, не думал, что ты вообще будешь что-то с... типа... Ну, меня там очевидно, что там лояльность моя очень высока в том месте. Так и моя, наверное, высока. Там столица у меня. Да нету, вообще никак не влияет. Я, честно говоря, что-то даже и не думал, что ты будешь хочешь тут что-то ставить. Не знаю, что-то я реально не думал, что раб будет что-то здесь ставить, в принципе. Ну, конечно, там его столица, так и моя тут столица. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!